Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Passo 2005 года выпуска. Двигатель 1 литр автомат, правый руль, передний привод. Пробег на автомобиле 94 тысячи километров. Заменю на нем антифриз в системе охлаждения. Поднимаю автомобиль, сливаю старый антифриз. Смотрим, есть ли пробка на блоке. Если есть, сливаем из блока, если нет, заливаем, прогоняем и опять сливаем. Путем частичной замены мы его заменим. Открываю пробку радиатора. Давление я сбросил снизу, сливную пробку приоткрыл и в тазик слил. Покажу сейчас ее снизу. Также открываем расширительный бачок. Бачок откручивать не буду, проводку с него цеплять не буду. Возьму, выкачу экспресс-заменой. Опускаю шланг и включаю экспресс-замену. Антифриз пошел. Сейчас выкачу из бачка и подниму автомобиль. Вот у нас сливная пробка, здесь отверстие. Откручиваем ее по ходу движения на радиаторе с правой стороны получается. Сливаем. Все, пробку я закрутил. Здесь удобно, даже можно не поднимать автомобиль, если защита никакая не стоит, рука подлазит. Также можно и сверху подлезть. Немножко неудобно, но подлезть можно. Ставите тазик и откручиваете пробку. В общей сложности с бачка расширительного и с радиатора слилось где-то 2,5 литра. Сейчас опускаю автомобиль, заливаю антифриз. Заливаю антифриз. Антифриз буду использовать фирмы AGA. Номер его по каталогу идет AGA 002Z. Сразу налью в расширительный бачок. В бачке я залил по уровень, вот она отметка, и теперь заливаю в радиатор. Пол канистры ушло, как я и говорил, слилось 2,5 литра. Закрыл, чтобы не разлилось, так как я полную залил, в бачок опустил, нажал на патрубок, у меня лишняя жидкость ушла в бачок. Закрываю радиатор, завожу автомобиль. Все, сейчас я его прогреваю, открываю печку, ну, печка в принципе открыта,
чтобы у нас циркуляция выгнала жидкостью весь антифриз, перемешала его. Также второй раз сливаем. Ну, с бачка расширительного я уже выкачивать не буду, сливаю с радиатора и заливаю остаток антифриза. На этом все. Замену антифриза я закончил. Всего вам доброго. А, еще хотел показать. Пробку вон отсюда видно. Рукой. Вот отсюда из-за патрубков я спокойненько долез до пробки, не поднимая. Поэтому автомобиль можно не поднимать, чтобы поменять антифриз. На этом все. Замену антифриза я закончил. Всего вам доброго.